Привет, чуваки, с вами по-прежнему Дмитрий Мираж, снова фокус, который называется «Восстановление банки». Смотрите, для этого фокуса нам понадобится обычная пустая банка из-под колы. Надеюсь, все верят, что она пустая, потому что могу даже с любым поспорить, если мне пришлет видео, где он сжимает полную банку вот в такое примерно состояние. Как вы видите, банка у нас пустая. Что происходит дальше, смотрите. Просто попробуем восстановить эту баночку, тряхнув ее. Как вы видите, наша банка восстановилась. Что происходит дальше? Мы попробуем нашу баночку распечатать. Запечатать, точнее. Оп! И здесь, как вы видите, банка у нас стала запечатанной. Теперь попробуем ее открыть. Опа! Так, и смотрите. Вот такой вот фокус. Тренируйтесь.